Нет, у нас сегодня воскресенье, хорошая погода. Ну, конечно, на небе есть небольшие облачка, но они у нас уже так гуляют целую неделю, а дождя все нету. И жара стоит под 30 градусов. Вот мы решили на речку поехать с девчонками. Вот они в машине. Сидят девчонки наши, у меня, как всегда, на коленях. И вот мы едем на речку. Смотрите, как у нас тут красиво. Вот это все. Вон там вот видно, это другой берег реки. Такой скалистый. Мы на этом берегу едем на речку. Приедем, включимся и пойдем купаться. Покажем, как наши девчонки пляжный сезон в этом году открывают. Полечка моя, ты моя девочка, скорее плыви сюда. Ой, скорее. Да, молодец, какая ты у меня. Ага. И быстрее на берег, да? Ложись тут, лежи. Ложись. Куда пошла? Куда пошла? Давай. Тоже на берег. Еще те плавальщики. Ой, тут скажи, плыть-то 3 метра, и уже можно идти. Не бойся, не бойся. Не бойся, они добрые. Давай, обнимай меня. Едем. Трусихи вы. Пойдем туда дальше. Надо будет поискать, я не знаю, куда их убить. Больно наступать. Ну, как бы не совсем-то, пошли. Давай сюда, иди. Ай, молодец, на. Ай, молодец, иди сюда. Иди сюда. Ай, молодец. Ай, молодец. Ай, моя умница. Иди, беги к папе. Плыви. Иди ко мне, ко мне. Иди. Не, это на берег разворачивается. Иди к папе, плыви. Плыви к папе. Ай, молодец. Иди. Ай, моя хорошая. Она быстрее в сторону берега. Ей вообще пофигу, лишь бы быстрее на сушу. Вот он, там бережок. Нашли остров они, а? Ага. Не обитают. А вон тот берег. Ну, вот там вот с той стороны вообще мальчишки шли до середины, и там прям было вообще мелко-мелко. Ну и тут вот, видите, все вон ходят. От берега отошли, тут по колено. Тут с детьми купаться. Паровозик, разворачивайся, не знаю. Эфир брать. Иди. А это к берегу, все, Олечка к берегу поплыла. И зимой сладкий. Ты куда? На бережок. На бережок. Ты на бережок, мой сладкий. Да уже вставай, все. Уже вставай, там идти можно. Вставай. Иди с мамой рядом. Олечка. Стой с мамой рядом. Вот тут стой. Водички. Водички хорошо, не жарко. Стой здесь. Сколько далеко от берега, и вон люди просто сидят на попе и даже не скрывают ноги. Тут вообще прям для детей бережок. Сюда надо орешку. О, здесь вообще мелко. Сюда нужна. А вон, смотри, девушка сидит, у нее даже ноги не скрыла. Это уже трясет. Тут надо орешку сюда. Ариха тут стоит, вперед, по тот берег. Ага. А это все к берегу поплыло. Пойдем на бережок, пойдем. Пойдем, Белла, тоже поплыла. Да, моя зайка. О, а тут можно идти. О, тут и не дойдя до берега, мы походили, скажет. Белла, Белла, пойди к папе. Ищи, иди плыви скорее к папе, плыви. Было. Да
же любовь к тебе. Оля, сюда иди. Оля, куда ты в траву? Белла, Белла. Оля, куда ты в траву-то? Ну ты же тут не выйдешь. Ты же тут не выйдешь. Вон там берег-то. Вон. Ты доплыла уже, моя зайка. Ты доплыла уже. Ну, пойдем, пойдем. Куда пошла? Пойдем к нам. Пойдем, Оля, пойдем. Куда? Белла, где наше покрывало? Пойдем. Куда? Не сюда. Не сюда. Иди туда дальше. Пойдем, пойдем, мой зайка. Пойдем сюда. Оля, Оля. Иди ложись сюда. Вот, ложитесь сюда. Ложись. Ложись. Пойдем, иди сюда, пошли. Ай, пошли, пошли. Нет, даже любовь к тебе не победила желание выйти на берег. Ой, а это на травке улеглась. Мама Оливия отдыхает. Оля, это что за Оля такая? Это что за Оля такая? Белла, девчонок, девчонок, ты заплыв сделаешь еще раз? Белла, ты меня не слышишь? Ты меня что ли не слышишь, что тебе говорю? Что тебе говорю, плавать пойдешь? Так, один пароходик плывет, это шпиц Белла. Так, вот какая, вот. Вот еще барахтается здесь. Не, не понимает. Вроде как вроде приплыла, а что-то никто на руки не берет. Тут такое глубокое, мелкое. Она плывет, отдохнет. Встанешь сейчас. Еще чуть-чуть было. Еще чуть-чуть. Мама Оливия. Сейчас встанете. Чуть-чуть еще осталось. Давай. Место передышки, да? Все, привал. Встали, ага. На кого ты там? Белла, на кого ты там? Господи, ты там? Давай, давай, давай. Пароходы наши. Пароходы. Иди ко мне. Так, опять пошли, да? Слушай, а больно прям идти так? Что-то прям больно так идти. Ну и все, приплыли. Ай, молодец. Дай, 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 неси скорее. Мама Оливия травку любит грызть. А что она лежала, уже не попала? А сейчас просто стала? Оля? Неси игрушку. Где игрушку? Вот, а мы после речки заехали на дачу.
ягоду собрать. Ну и полить грядки. Вот бельчонок с Олькой тусуется у нас тут. Где Белла бегала? Вот. Мы заехали грядочки полить. И ягодку собрать. Вот и девчонки вот тут вот картошку окучивали недавно. Земля, видите, какая. Оли! А, Оли! А мы вам не показывали. У нас два раза было нашествие. Не знаю, то ли хомяка какого-то, то ли что. Вот у нас вот тут был укроп. Высокий уже где-то вот такой высоты. Он его весь съел. Вот одни череночки, видите, остались. Одни черенки. Весь укроп просто. Вот тут вот кинза поедена вся. Вот тут нас лук покромсал. И вытоптал очень много лука. Вот тут кинза тоже вся погрызана. И нашу грядочку морковки. Вот она где-то вот такая вот уже была ботва. Видите, как он съел ее. Говорят, что это хомяки у нас тут водятся. Они такие, мы видели, мужчина выпускал с ведра, поймал. Они такие, знаете, не как домашний. Ну, домашний хомяк, наверное, раз в 5 мельче, чем вот этот хомяк был. И он такой ярко-рыжего цвета. И вот он его выпускал с ведра на дорогу. Мы видели, он прям такой большой. Вот. Так что у нас все погрыз, что мог. Я говорю, что на следующий год придется делать сетку, наверное, какую-то. Вот как мы на ягоду натянули, потому что у нас птицы всю ягоду склевывали, причем самую такую большую, красненькую выбирали. И вот мы укрыли сеткой, и сейчас вот ничего не ворует. Ну, уже она уже, конечно, отходит, мы уже ее практически всю собрали. Вот наши девочки по огороду, видите? Оля, тебе нравится в грязи-то? Нравится? А то скажи, что не нравится. Посмотрите, какие у нее там лапки. Кто сказал, что эти девчонки с речки приехали? Оля. О, вот, видите, пошла. А Белла там сидит. Вон она. Что, муха укусила? Муха укусила тебя? Или ты поймала кого? А, ты муху съела. И она, видите, довольненькая. Вот. А чё бы не полежать, да, Белла? Чё бы не полежать-то? Ты посмотри. Это где девочка была чистая, мы ехали с речки? Белла. Ну и что ты улеглась? Тошки наши тоже воды нет, не хватает. Вот, хотите посмотреть, куда пошла Оля? Смотрите, я сейчас вам покажу, куда она пошла. Мы сейчас проследим за этим чудо-девочкой. Вот как вы думаете, где Олечка наша? Вот она. Ах, я подошла ближе, она сразу ушла. Смородинку стояла, нюхала. Оля, тебе ягодка понравилась? Ай-яй. Тебе ягодка понравилась? Ну, тебе ждали чуть-чуть попробовать, хватит. Ну, пойдем. Пойдем уже. Ты теперь узнаешь, где это место, да? Теперь тебя тут надо искать. Хитрюгу. Пойдем давай. Пойдем. Пошли. Выходи давай отсюда. Выходи. Девчонки сейчас уставшие домой приедут. Я их еще намою. Посушу. И спать завалимся, да? Накупались. Ой, мы так плавали. Далеко отходили. Девчонок запускали. Они прям... плавали бельчонку. Лапки укрепляли, да, Белочка? Пойдем. Да, пойдем. Будем домой собираться. Наши девчонки уже устали. Вот у Маши они, как всегда, на руках сидят. Мама Оливия уже подремать успела. Видите, сейчас уже спать будет. Как же камеру взяли, мы проснулись. Бельчонок уже повис, спала на руке у меня. Белла устала, уже сейчас будет спать. Вот так вот они уже... Бельчонок у меня спит уже на руках. В машине едем до дома еще
добраться не можем, скажи. Сейчас домой приедем и мыться пойдем, потому что девчонки грязные. Все картофельное поле избегали. А спать хочется уже, да? Спать уже хочется. Вот мама Олечка наша. Вот шпиц Оливии. Она глазки прикроет, на светофоре остановимся, она посмотрит, кто там стоит, и дальше спать, да? Девчонки мои, вот любят они на руках у меня сидеть. Ни в какую не хотят сзади ездить. Мы только успели, вот сейчас только домой приехали. Время уже 9 часов вечера. И у нас, вот видите, какие тучки. Повисли черные прям. Видите, чернота как. И ветер сильный. Вот мы надеемся, может быть, все-таки. Видите, какой ветер? Вот как у нас еще смотрите, балконная. Вот видите, как шатает балконную дверку. Ветер сильный. Я вот не знаю, будет дождь или не будет. Вот тут вот, в принципе, просветы. Вот тут черное все. Ну вот, дождь наш, не успев начаться, закончился. Даже вот пыль не прибила вообще нифига. Уже и, в принципе, тучи не такие черные. Вот там уже все просветло. Видите, даже закатное немножко небо. Облачка уже более воздушные. Особо чернота туда куда-то вот ушла, в ту сторону. И все. И дождя как не бывало. Вот смотрите, чуть-чуть пыль прибила, по крыше видно. И все. Хотя у нас на телефоне уже какой день, вот такой значок, что у нас идут грозы. Вот видите. Ну, гроз и дождей у нас уже нету. Недели две как точно. Вот видите, в той стороне уже вообще чисто. Хотя молния сейчас громыхнула. Ну, вот они могут грохотать и вот уйти. Вот и весь дождик. И даже вот, видите, ветерок практически закончился. Особо даже деревья вообще не шевелятся практически. Стоят листочки. Вот. Буквально 15 минут, пока я собак помыла, все закончилось. Ну все, еще раз всем пока и до новых встреч.